Приветствую, друзья. Константин Михайлов наш, удивительный изобретатель. Он сделал удивительные вещи. Там под роликом будет ссылка на его видео, которое... Ну, это он увидел удивительный сон про искусственный интеллект. И вообще, я так думаю, что это какое-то путешествие в коммунизм, наверное. Но там искусственный интеллект... как будто бы раздает там всем то, что человеку нужно. Ну, там сами посмотрите. Удивительная вещь. Посмотрите. А он участник нашей школы «Человек будущего» Homo Futurus. Такой замечательный человек. Почетный участник нашей школы. Так что, друзья, посмотрите. Это удивительный ролик у него. До встречи.